Очередной образец фирменной сборки велосипеда из магазина. Значит, устанавливают крылья за 1500, которые абсолютно не нужны, которые вообще ни от чего не защищают. А, ну ладно, бутылка держать. Ладно, человек будет каждый день мыть сосок, сушить на этой бутылочке. Поставили вот так похабно насосик, да, чтобы штанины обязательно задевать. Вот, ну, как бы, хорошо. Вроде велосипед собран, колеса не протянуты, все хрустит. Клиент говорит, пофигу, я так буду кататься. Вынос. Вынос у нас ставит в спортивную позицию, кверх ногами. Вот так вот вниз, то есть лент переворачивать. Рубашка переключателя заведена у нас совершенно офигенным образом. Вот так вот через верх. Соответственно, ничего не работает. Человек, кстати, год уже катается на этом велосипеде в таком вот виде. И он приехал, потому что у него вот этот тросик был заведен вот таким вот образом. То есть не через вот эти пазы, а вот так вот сбоку. И он говорит, у меня, говорит, что-то не работает переключатель. Вот. Ну, короче, говорит, нам обслуживать ничего не надо. Тормоза пусть будут в масле. Пусть все будет в масле полностью. Настроить мне только передний переключатель, чтобы он работал нормально. Такое у нас техническое обслуживание в урезанном виде, скажем так.